Центральный корпус комплекса не ремонтировали 20 лет. Практически вручную специалистам пришлось восстанавливать пилястры на колоннах. Работы по реконструкции фасада уже завершены, заменена кровля. Асфальт тоже поменяли. Кроме того, сделали пандусы для инвалидов-колясочников. Пока проводили внешний ремонт, отпуск процедур не прекращали, ведь курортный сезон в самом разгаре. Возраст мацистинского курорта солидный, уже более 110 лет. За это время миллионы жителей и гостей курорта оценили целебные свойства так называемой огненной воды. Норильчанин Андрей Серков приезжает в Сочи уже 12 лет. Металлург считает, что именно целебные мацистинские ванны помогают ему сохранять хорошую физическую форму. Да, каждый год приезжаю, обязательно беру мацист. Но после ванны, как обычно, бывает расслабление, часика полтора-два отдыхаешь. А после курса лечения вообще, то есть, ну как, организм омолаживается, будем так говорить, и все болячки уходят, грубо говоря. После приема мацисты мы должны обязательно отдыхать. После оздоровительных процедур по уже сложившейся традиции пациенты отдыхают у бювета с минеральной водой. Практически каждый день бесплатно пить минеральную воду могут жители и гости Адлерского района. В курортном городке с начала сезона открыт бювет с минеральной водой. Проходя на пляж, увидели, что здесь есть интересное здание. Оказывается, в этом здании есть вода, которая сама оригинальная, значит, лечебная. Не пил ни разу такую воду, мне понравилось. Значит, каждый день приходим к этому источнику и действительно помогает себя чувствовать легче. Бювет в Ривьере тоже полюбился посетителям парка. Сотни жителей и гостей Сочи приходят сюда ежедневно. Вода очень хорошая, вкусная. Нам так вот поспособствовал город Сочи и бесплатно такую приятную воду обеспечил. Тем более пить хочется все время. До конца года бювет откроют и еще в одном знаковом для сочинцев и гостей курорта месте – в парке у Зимнего театра. Я думаю, это большой плюс для вашего курортного города. Бесплатная минеральная вода. Очень хорошо. Бювет был заложен в начале весны. Сейчас строители заканчивают работу. Я уверен в том, что возможности курорта будут очень сильно востребованы. Но для того, чтобы нашему туристу круглый год в городе Сочи было хорошо, естественно, основной на курорте является база бальневодолечения. Бальнеологическая база курорта позволяет ему выйти на лидирующие позиции среди здравниц нашей страны. Сделать мощный рывок к достижению этой цели позволила в том числе и подготовка к проведению зимних Олимпийских игр. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.